Начинаем! Этот спорт уже входит уже в международный. Один из самых известных турниров – это битва наций. Последняя проходила в Чехии. Бойцы защищены. Они действительно профессионалы. Бойцы готовы? Бой! Не пытайтесь это повторить дома. Боец в красных трусах. Кто вы их не видите под доспехом? Средний вес доспеха около 20 килограмм. Готовы? Бойцы готовы? Бой! Бойцы проводят захват. Это третий. Клинч. Бой. Аплодируем нашим бойцам, поприветствуем Донецкий клуб «Триумф». Давайте громче, громче. Бойцы готовы? Бой! Вау, у нас тут появился терминатор. А, бойцы будут бороться. Не знаю, что доспехи немножко сковывают движение, но тем не менее, они готовы это сделать. Давайте, бурные аплодисменты, ребята. Они показывают вам свое мастерство. Да, ухватить за шлем не так уж и просто. О, есть! Ну, давайте!
существует мнение, что упавший рыцарь не может сам подняться в полном доспехе. Это, как сейчас показали ребята, это просто всего лишь история. Ну а теперь мы увидим лица наших бойцов. Заклинило. Ну помогите ему кто-нибудь еще. Поприветствуем Влада и, собственно говоря. И бойцы продолжают бороться. Есть, повалил. Между прочим, сапоги являются одним из самых дорогих вещей, потому что они сшились под заказ специально, поэтому в первую очередь часто с рыцаря снимали попавшего именно с обувь. Ну, собственно говоря, следующее. Готовы? Бой! Знаете, что это действительно достаточно опасный вид спорта. Все, собственно говоря, это был клуб «Триумф». Поаплодируйте ребятам! Ребята показали сегодня класс! Ну, еще громче! «Триумф»! Они этого достойны. Большое спасибо! На этом их выступление кончено. Ребята, ну еще раз, давайте еще раз бурные аплодисменты ради «Триумф»!